Пьяный пациент, которого пытались спасти врачи, едва не забил до смерти двух сотрудниц скорой помощи. Дзержинский. Прохожие вызвали скорую мужчине, которому стало плохо на улице. Приехавшие медики установили, что он пьяный, решили отвезти его в больницу. Но в скорой помощи он пришел в себя и всем, что попадалось под руку, стал избивать девушек-медиков так сильно, что они лишились сознания. Остановил его водитель скорой. Нападавший был задержан, и сегодня его доставили в суд для избрания меры пресечения. Вы с какой целью избивали сотрудников скорой помощи? Я вам уже сказал, что я дезориентирован был. Меня самого избили до этого палку больше 10 ударов. Я потерял сознание, очнулся просто в темном. Какие-то уколы, шприцы, какие-то люди. Я был дезориентирован, по-моему. Я не хотел ни бить никого. Женщин никогда в жизни не бил. Но почему просто не убежать? Ну, это алкогольное опьянение, еще я не знаю, что это. Сильное алкогольное опьянение. А кто вас бил-то до этого? Неизвестный какой-то. Есть умышленное причинение смерти, он нужен ударом руками, медицинским дефибриллятором, голову фельдшеру бригады скорой помощи Орловой, от которых она потеряла сознание. В дальнейшем Давыдов продолжил свои действия и нанес один удар в голову дефибриллятором фельдшеру бригады скорой помощи Жуковой, от которого последний потерял сознание. Давыдов не сумел довести свою преступную синдиката, направленную на убийство фельдшера, в связи с тем, что его незаконные действия были пресечены водителя автомобиля скорой помощи. Вину признаете свою? Я частично, что мог я повредить таких повреждений, нанести девушкам, когда хотел убежать. Но никакого умысла я не имел убить, повредить что-то. Угу. Ну вот смотрите, сначала сознание потерял один сотрудник скорой помощи, и вы даже на тот момент не осознавали, где вы находитесь, что вы делаете, да? Нет. А когда поняли, что сделали? После того, как вас водитель угомонил? Я просто хотел выбежать оттуда и все. Меня никто не угомонил. Кстати, это уголовное дело взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Квалифицируется нападение на медиков как покушение на убийство, и нападавшего могут ждать до 15 лет лишения свободы. Сегодня по решению суда он был арестован на 2 месяца.